Так, смотрите, друзья, только что мы были вот на том балконе. Просматривали все туда. Сейчас спустился. Идем. Идем и смотрим, что у нас здесь есть. Тут даже дорожка выстелена. Но ненадолго. Тут она хоп, останавливается. Значит, мы пойдем с другой стороны. Слушайте, ну размеры на самом деле впечатляют. И обратите внимание, деревья уже выросли, ну вплоть почти до крыши. Тут вот видно, что приезжал какой-то трактор. Что-то канат висит. Видимо, тут что-то дети игрались. Здесь вот видно следы погрузчика или трактора. Непонятно. Какие-то звуки издаются помимо дождя. Ладно, продолжаем двигаться потихоньку. Будет что-нибудь интересное, еще покажу. Короче, вот еще одно здание. Тут утеплитель лежит от чего-то. Здание довольно-таки высокое. И кранбалка тут разобранная. Соответственно, двигатель с нее сдернули. Троса с нее скрутили. Редуктор с нее тоже сняли. А так вот, как бы, вроде целая. Может, это какое-то складское помещение было. Черт его знает. Так, ладно. Здесь вот от какого-то старого автомобиля Кунг. Блять, ничего себе. Что он из себя представляет? Я, честно говоря, изнутри, в смысле. А, ну вот бочка тут стоит, чуть какие-то ведра. Видите? Вот так вот. Так, а нам надо сейчас вот туда вот двигаться. Так, ну что, смотрите, а здесь уже в этой комнате на первом этаже даже есть какое-то оборудование. Видите, с манометром. Тут вот еще что-то. А, это вообще бур какой-то. Прикиньте. Здесь вот тоже много чего. Там вот телефон валяется. Ну, конечно, все разбито. О. Тут какой-то прибор. Однако. Вот тоже какие-то приборы. Непонятно для чего. И тут вот образцы, что ли? Образцы чего-то. Бетон. Образцы бетона какие-то. О, Мартин. Обалдеть можно. Тут что-то играли, ребята, по-жесткому. РМЦ, первый этаж, лаборатория. И, соответственно, фамилии ответственных за то, за сё, за пятое, за десятое. Тут вот какие-то сертификаты валяются, видимо, на продукцию. Обратил внимание, что здесь много ложек, вилок всяких, а там вот в шкафу посуда, поднос. Они, скорее всего, здесь обедали, что ли?
Здесь вот какая-то колба. О, градусники ртутные лежат. Прикиньте. Так, за фонарем далеко лезть? Сейчас от телефона. О! Я представляю, что здесь они набитые. 100% здесь их наколотили. И здесь сейчас такой запах огромный. Надо уходить отсюда срочно. Это опасно здесь дышать.